Всем привет. Так, вчера на форуме Heroes World, в общем, я поднимал один вопрос, но, к сожалению, на него ответа пока не нашли, но, как бы это сказать, интересное развитие получил данный вопрос. Где-то тут был комментарий. Вот, а вот Фктифос Зубр. В общем, вот этот комментарий, я поставьте на паузу, посмотрите. Захар попробовал и сделал это, и оно работает. Сейчас продемонстрирую, как работает. Суть в том, что добавляется апгрейд для стандартных строений. Такс. Вот у нас есть крестьяне, допустим. Так, вот надо пропустить. Есть крестьяне, первый уровень здания. Мы обычно в ванильной версии апгрейдим его и апаем себе Militiman и Landlord. Не помню, как Militiman называется, сейчас посмотрим. Привык больше к английским названиям именно рабочим. А, ополченцы и Landlord'ы. Вот, мы покупаем, допустим, 22. Сейчас мы их поделим, чтобы больше было вариантов. Купили, выбор есть, апаемся и регрейдимся между ними. Вроде бы все нормально, все как в ванильной версии. Окей, давайте пропустим еще один ход. И заходим и видим, что мы можем апнуться еще раз. То есть это уже третий грейд. Теперь же, когда мы зайдем, мы увидим здесь гремлинов. Ну, это тестово, он поставил гремлинов сюда на третий грейд. И теперь, если мы будем апать ландлорда, мы сможем либо регрейднуть его в ополченца, а потом ландлорда вот так вот между собой, либо в гремлина. И гремлинов уже между собой. Единственное, что гремлина даунгрейдить до ополченцев вы уже не сможете. То есть получается в игре три уровня теперь первых существ. Допустим, сейчас у нас крестьянин, как бы обычный, ополченец апгрейдженный. И допустим, ну кто здесь будет, не знаю, алибарчик или еще кто-нибудь. Ну, в общем, еще один уровень, вот их три. При этом этот можно регрейдить между собой, а этот между собой тоже. Вот такие вот дела. Это, конечно, открывает большой простор для всей вот этой коллекции из семи существ. Сюда можно будет добавлять что-то еще. Все зависит уже от авторов модов. Так, ну давайте посмотрим, как же оно внутри располагается. Так, быстро галопом чисто объясню, если я все правильно понял. Допустим, Militiman, это ополченец. Здесь изменяется в апгрейды раздел, вот добавляется мастер гремлин. То есть это как бы уже улучшенное существо, обычно у них нету апгрейдов, но здесь мы видим, вот его можно апать. Renegades, это Landlord, то же самое, тут только гремлин другой, саботер. И Militiman, то есть вот регрейд либо идет в Militiman, либо апгрейд в гремлин саботер. Здесь вот такие изменения. Town Building Shares. Здесь новый Dwell он создал. Прям сам новый. Ну, он скопированный, можно сказать, от обычного, но тем не менее переименован. И здесь тоже вот есть изменения. Building Upgrade 3, а не 2. И здесь я точно не знаю. А, ну вот здесь он указал, кто здесь нанимается. Типа улучшается. Так, еще одна папочка Map Objects. Это общий файл Heaven'а, ордена порядка, и здесь вот внизу есть раздел Buildings. Вот в него он добавил вот эту строчку Peasant 3, то есть мы видим Dwell 1, Dwell 1, то есть обычный апгрейд, Dwell 2, Dwell 2, обычный апгрейд. И здесь все они вот так по 2. А теперь у Peasant Dwell'ов 3. Так, ну и последнее
UI User Interface Town Build New Towns Heaven. Здесь, я так понимаю, этот файл отвечает за то в меню замка, что отображается. И вот здесь вот у нас тоже есть Dwelling 1. И тут мы видим item Building Upgrade 1, Building Upgrade 2 и Building Upgrade 3. Вот это, я так понимаю, за hard добавил. Потому что, допустим, у остальных дуэлах вот Dwell 2, Upgrade 1, Upgrade 2. Dwell 3, Upgrade 1, Upgrade 2. То есть он добавил здесь вот этот вот возможность в интерфейсе делать Upgrade 3. Вот так вот выглядит этот мод.